У нас очень сильно текла крыша, как раз во время, попала так на время дождей, и у нас здесь испортились полы, и фирма нам заменяла, получается, ДСП и линолеум заменила это все. В этом году яслисад Айгерим поселка Актау вновь начал принимать детей после капитального ремонта. В дошкольном учреждении полностью заменили системы электро- и водоснабжения, вентиляции, канализации и пожарной сигнализации. Частично поменяли окна. Был также произведен ремонт фасада и кровли. На все эти работы было выделено 190 миллионов тенге. Крыша у нас была из мягкой кровли, вот поэтому мы заменили ее на металлочерепицу, сделали нам еще и фасад. Еще они также нам сделали крылечко, пандус, вот эту площадку всю полностью выложили, потому что здесь у нас был переломанный прям асфальт весь. Крылечко было просто в ужасном состоянии. Весной мы планируем все это облагородить, посадить цветы и что-то как-то сделать, чтобы было красивый именно вход у нас. Поскольку яслисад Айгерим является единственным дошкольным учреждением поселка, на время ремонта, то есть на 5 месяцев, дети занимались с воспитателями и педагогами в дистанционном формате. После открытия сад посещают 85 детей. С ребятами работают воспитатели, психолог, музыкальный руководитель и педагог по казахскому языку. Дефектолога логопеда у нас нет пока, но хотим сделать заявку, чтобы у нас был логопед. Потому что очень много деток плохо говорящих. К сожалению, сейчас такая тенденция происходит. Вот, поэтому хотим, да, сделать ставку именно логопеда. А так у нас 6 групп. 3 группы с госязыком, 3 группы с русским языком обучения. В следующем году в сад планируют набрать больше детей, поскольку учреждение рассчитано на 140 человек. Кристина Кириченко, Александр Ломако, новости Темиртау.